Привет! Как делище? Эй, именинник, классный самокат! Футболка смешная и обидная. Люблю тебя. Она всегда была тут. Но за $2 эта штука раскроет твой потенциал. Откуда она? Я не знаю. Это появилось из воздуха. Знаете, что у меня? Суперзвезда. У меня танцовщица. Модель, мужчина. Прошу, перестаньте. Да что со всеми не так? Ну почему всем не втерпешь изменить жизнь за ночь? Мы разводимся. Морфа нас вдохновил. Что сказала карта? Целитель. Это знак свыше заняться самоисцелением. Или, может, речь о профессии врача, которой ты занимаешься. Ты спросил, счастлива ли я, а ты счастлив? Мне 40 лет. У меня из явных талантов только свист. И были лишь одни отношения. Я не знаю, счастье ли это. Я особо об этом не думал. Все было нормально. Да и не верю я вообще, что мои способности определяет какая-то там машина. Все подряд туда ходят. Они познакомились неделю назад, а теперь женаты. Забавно. Может, все не так, как может казаться. Глубокая мысль. У меня есть все, чего я хотел. Может, мало хотел? И автомат. Волшебный он или нет, напоминает, что... В жизни есть место варианта. Мы спрашивали, откуда взялся Морфо и как он устроен. А должны были спрашивать, как на самом деле устроены мы. Вы сами определите свой потенциал. А вы, мистер Хаббард, кем будете вы?